Я вас искренне от имени горожан, от Нижнего Тагила поздравляю с рождением ребенка, с Днем Матери. Самыми первыми поздравления получили мамочки в Вагонском роддоме. В течение 4 лет, когда на реконструкцию был закрыт перинатальный центр, здесь принимали женщин со всего города и пригородного района. После косметического ремонта и дезинфекции условия в роддоме заметно улучшились. Мы, конечно, сдержали ситуацию в городе. Она была тяжелой. Столько родов и такая нагрузка. И слава Богу, что немножечко привели тут в порядочек. Сейчас займемся проектно-сметной документацией. А вот перинатальный центр построен по всем современным технологиям. Как говорят специалисты, здесь все создано для женщин и малышей. Импортное оборудование, современные палаты и родовые. Родильный дом можно по праву назвать кузницей материнства. Именно здесь происходит одно из величайших таинств на Земле – появление ребенка на свет. Ирина Бычкова очень рада. Она стала мамой. У нее родился сын Матвей. Говорит, что комфортная обстановка в роддоме позволяет чувствовать себя как дома. А материнские ощущения сложно передать словами. Да. Вот где-то 2 дня... Как-то страшно было, не знала, что делать. А потом все, вот его унесли на уколы. И сразу, а где ребенок, как-то не хватало его. Все переживала. Не могу уже все без него. Ирина высоким гостям рада. Получить поздравления и подарки от первых лиц города приятно. Очень приятно было. Не ожидала. Пледик будете хранить? Ну, пользоваться тоже. Хранить, вспоминать и пользоваться. Пледы для новорожденных презентовали 106 мамам. Часть женщин получила их из рук мэра Валентины Исаевой. Остальные, как правило, тем, кто находится в тяжелом состоянии, подарки будут переданы позже. Это вообще такое чудо природы, когда рождается ребенок. И мы сегодня посмотрели, больше родившихся, среди родившихся это мальчики. Практически нет повторяющихся имен ни девочек, ни мальчика. Я посмотрела, какое хорошее настроение у наших мамочек. Глазки горят, все видно, что все благополучно. Всем мамам Валентина Исаева пожелала хорошей погоды в доме, счастья и здоровья. А медицинских работников поблагодарила за то, что они делают все возможное для того, чтобы малыши появлялись на свет здоровыми. Наталья Филимонова, Павел Охотников, Егор Гошин. Новости Тагил ТВ.